продолжаем играть Ведьмак первый. Итак, сейчас мы к ведьме пойдем расспрашивать ее, что почем. Так, хижина Абигейл. То есть, давай-ка. Хм, отличный у тебя меч. Чего ты? Так, откуда? Откуда взялся зверь? А почему ты спрашиваешь об этом меня? Я слышал, ведьмы разбираются в магии. Ты прав. Но о звере мне мало что известно. Хотя я знаю, кто мог бы тебе помочь. Кто? Парнишка по имени Альвин. Он сильный исток. И к тому же прорицатель. Он обладает знаниями, которые нам никогда не постигнуть. До тех пор, пока он не выпьет одно из моих зелий. Это для него не опасно? Нет причин для беспокойства. Принеси мне лепестки 5 цветов игольчатого мирта, и тогда ты получишь ответы на все свои вопросы. Мирт растет на окраинах деревни. Если ты не разбираешься в травах... Чтобы собирать травы, нужно получить навык травничества с группой... А у меня вообще, может, они есть. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Чего? Я принес лепестки. У меня они есть. Мирта. Отлично. И как же оно готовится? Интересуешься тайнами ведьм? Я расскажу тебе рецепт. Клянусь. Давай. Наклонись поближе, слушай. Смешиваешь 2 унции трупного яда с горстью лепестков и горчатого мирта. Через левое плечо плюешь в огонь и еще раз перемешиваешь зелье. Я всегда знала, что магия ведьмы. До встречи. Так. Королина умерла. Ее собаки сожрали. Да подожди ты. Возвращайся позже. Я занята. Возвращайся позже. Я занята. А у нас время показано? Сколько сейчас времени? Игра в кости. На. На. Вот так. Блин, а продать было тебе всякие штуки там эти. Этого у нас хватает. Игольчатый мир. За тобой меня отправляли. Но только я уже все собрал и принес. Тяжело на службе. Так. Задание. Ведьмачьи секреты. Мне повезло, удалось предметить так напасть на след мужчины, сброшу так. Возможно, местные жители знают что-то о саламандрах. Я должен завоевать их доверие, чтобы узнать, где их можно найти. Кулачный бой. Вот кулачный бой. О людях-чудовищах я принес ведьме лепестки. Могу поискать другие задания. Так, разыскивать. Я нашел... Ордер на арест. Так, профессора, человек ответственен за нападение. Так, за смерть левый раз профессор разыскивает. У саламандра должно быть есть враги. Так, секрет. Еще один ведьмак по имени. Так, ну это понятно. Тяжелое наследие. В одном из эпих... Так, я нашел останки человеческого тела. Вероятно, это был компаньон. Теперь я должен похоронить его. Я завоевал доверие Ода. Теперь надо еще с Харином и Микулой. Я убил чудовище, охотящееся на берегу озера. Нужно взять кое-какую часть, чтобы у меня были доказательства, что именно я его уничтожил. Потом надо найти местного представителя закона, который заплатил бы мне за убийство монстра. Думаю, стоит обратиться к главному ловчему.
О, так я недалеко от него. Давай, и как раз... Подожди, где-то главный ловчий там, где-то у костра же был. Так, где я? Я не туда завернул. Ладно, сейчас выйдем отсюда. Не той дорожкой пошел всего лишь. Коротка. Давай за мной. Уклонение. Ну-ка, давай-ка главный ловчий. Тоже все-таки убиваюсь. Привет. Так, я принес голову озерного чудища. Крупновато для утопца, даже похоже. Прощай. Так, вот я одну из миссий это сделал. Ну, так, хвост саламандр. Так, так, Ода теперь он еще надо поговорить. Так. В одном из нашел остатки человеческого тела, так, похоронить. Вот это вот я даже... Видимо, удалось попасть в город. Как? Разыскивается. В людях и чудовищах. Давай. Да. Ты тоже поспал? Пойдем к ведьме. Я в такие игры не играю. Хотя подождите, какая ведьма-то? Сначала надо похоронить этого чудика. Жуткие времена. Ну бежать-то нахрен это. Что-то нет у меня больше сил. Я. Можешь что-нибудь рассказать? Давным-давно чума бушевала в предместье. Умирали над теми, кто выжил, навис призрак голода. Люди убивали друг друга за мешки с мукой. Из-за последних Первыми животных. Пошли на убой кошки и собаки, потом дошло до крыс. Наконец... Люди ели друг друга?
Те, которые ели человеческое мясо, превратились в гулей, бесчувственных чудовищ, вечно алчущих человечины. Спасибо за рассказ. Прощай. Люди пожирали друг друга, значит. Наконец, немного Абигайл продает отличные мази от нарывов. Это мы знаем, что он продается. Старые косточки. Я уж подумала. Эта шлюха ведьма на меня глаз положила. Да кому ты нужна? Идиотинушка. Мне уже не будет. Ведьмак, мой внук, умирает от чумы. Он... Что ты имеешь? Да как мне помочь? Говорят, ведьмакам известен рецепт белой чайки, эликсира, способного облегчить страдания. Так, у меня есть белая чайка? Так. Ласточка, неизвестный эликсир, пурга. Белая чайка, основан так, легкий ведьмачий галлюциноген. Благодарю тебя, ведьмак. Надеюсь, этот эликсир... До свидания. Погоди, преподобный отказался мне помочь. Я его кольцо украла. Может, тебе пригодится. Хорошо. Так. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что за кольцо. А где оно? Кольцо с печатью вечного огня. Можно продать или кому-нибудь подарить. Ну, пока пусть будет, конечно. Больше я колец-то не вижу. Не вижу колец. Очень миленький. Привет. Почему я? Галлюциноген. Вот он, видимо, мне для этого и нужен был, чтобы я его мог. Продать. Отдать или помочь, я не знаю, как правильно выразиться. Как она может так ко мне относиться? Говори. Я бы хотел похоронить человека в склепе под церковью. Ты возжег вечный огонь. Спасибо. Внутри склепа лежит полуразрушенный саркофаг. Он тебе подойдет. Полуразрушен. Ты бы предпочел выкопать яму в лесу? Хорошо. Ну, так. Говори. Ты жрец вечного... Да, о язычник. Можешь спасти нас обед? Лишь вечные... Да что? Да. Даже... Скажи... Ты... Я... То... До встречи. Так, двери часовни. Мне с тобой уговориться нахрен, все на один мотив у тебя. Все взять. Шкатулка. Ну, ладно. Так. Помнишь меня, белый волк? Помню. Вы преследовали меня. Ты и твоя призрачная свита. Я по-прежнему этим занимаюсь. Хотя слово «преследовать» не слишком верно отражает суть. Зачем? Чтобы исполнилось предназначение. Господи, ты вообще сам так... Предположим, я тебе верю. Какой-то и полуморской, какое же мое предназначение? У меча предназначение два острия. Одно из них ты, другое... Смерть. Я буду идти за тобой. Буду ждать, пока ты не ошибешься. Это не все. Есть смерть, но есть и свобода воли. Mm-hmm. Я не стану оглядываться. Я найду Саламандру и выполню свое предназначение. Вот так.
Я буду ждать, волк. Эндрин Васал Влеотувле. Да кто бы еще понял, что ты там базаришь. Ты смеешься над предназначением. Ты не принимаешь его всерьез. У меча предназначения два острия. Одно из них ты, другое смерть. Но это умираем мы. Умираем из-за тебя. Смерть не может поймать тебя, поэтому забирает нас. Смерть преследует тебя. Идет по твоим следам, белый волк. Но умирает всегда. Бредять его. Подожди. Так, где у меня? Я специально же делал две мази. Две мази. Масло от призраков. На. Так, где у меня? На. Давай, подожди. На. Бейте его, блин. Так. Давай. От призрака крови много. Ну давай. Вот так. Взял. Упокоил. Так, мне тут больше ничего нету. Все, прощайте. Прощаю. Уходит туда. Что я взял-то хоть? Красный метеорит, обновление. Так. Угу. Это мне для оружия.
Иди, отпивай его там. До встречи. Я не буду с тобой разговаривать. Ну и не разговаривай. Все люди у храма говорили о тебе. Преподобный, я знал брать пожертвования на новые алтари. Так. Что у нас получается? Захивает. А, это персонажи. Зачем мне персонажи-то? Так, места, задания. Так, хвост саламандры. Тяжелое наследие. Так, Леувардена. Теперь пора купцу заплатить мне. Так, персонажи. Элэ. А, нет его даже. Ну ладно. А так думал, в таверне там. Привет. Первое доброе слово, которое я слышу в этих местах. Мне нравятся путешественники. Осыпал один меня... из них осыпал меня цветами. Так, а что я тебе могу подарить? Прячь это. Приветствую. Первое. Мне на... Так, что тебе дать-то тогда? Цветами тебя осыпал. Прекрасный подарок. Признаюсь, мое сердце дрогнуло, когда я первый раз тебя увидела. А я тебе нравлюсь? Да. Давай отправимся в какое-нибудь более приятное местечко. Я с радостью расскажу тебе, насколько ты прекрасна. Давай отправимся в какое-нибудь более приятное местечко. Я с радостью расскажу тебе, насколько ты прекрасна. Опаньки. Вот тебе. Все-таки правильно я угадал. Шоу. Новый так. Жители. Абигайл продает отличные мази от нарывов. Ну-ка. Дневник, места, монстры, рецепты, глоссарий, обучение персонажей, жители, так. Хотят местные, кажется, слегка мрачными и грубыми предместья, безусловно, обитают некоторые преимущества. Ну, блин. Да. Так и... Другу. Можешь мне что-нибудь рассказать? Что... Расскажу тебе об эхинопсах. Рассказывай. Плотоядные растения и эхинопсы вырастают произошло там, где произошло преступление. А вот, значит, у него там... Они могут вырасти на могилах убитых. Тайно схоронили жертву. Там, где тайно схоронили жертву. У этого вот-то там тайна лучше вот была. Лучше от таких проклятых мест держаться подальше. Или ведьмака нанять. Об этом стоит подумать. Вот теперь я знаю, что это вот где что и собака там умная охраняла там что-то и растения выросли. Что-то мне нужно сделать. Домой идти проспаться. О, блин. Так. Давайте, время у меня пока есть, блин, правда. Время 12:30. Время уже обед. А еще ни хрена не сделал. Да, вот это, конечно, будет вымораживать вас, бегать туда-сюда. Это скучно. Давай поиграем. Хочу порежу глотку. А может, в зверь задерет? Охренеть, игры у вас, дети. Мать вашу. Совсем уже. Так. Чего ты? Так.
Зелье уже готово. Да, Альвин, выпей это. И не ныть. Оно горькое. Я сказала не ныть. А теперь говорим. Абигайл, мне страшно. Зачем они содрали шкуру со щенка? Он был такой ласковый. Он никого не трогал. А девчонка на окраине города кричала так ужасно. Нечеловечески. Плохие дети. Снова мучаете щенка ведьмы? Останетесь сегодня без ужина. Кровь невинных. Кровь братьев. Мужчины смеются. Женщины кричат. Злые лица, искаженные алкоголем и похотью. Натяни ее как следует. Покажи ей, что ты настоящий мужик. Золото. Золото и кровь. Смерть. Страшный кто заслужил суд. Жизнь? Кто умрет? Кто заслужил жизнь? Кто умрет? Однажды зверь уже умер. Он не боится смерти. Он и есть сама смерть. Как ты собираешься победить людскую низость, охотник за чудовищами? Мечом? Ты, кто однажды погиб, но все еще бродит в мире живых. Ну, давай, зверь, скажи, скажи, кто тебя... Скажи мне, кто виноват? Кто меня вызвал? Достаточно. Это может плохо кончиться. Как скажешь. Силой семи... Я хочу спать! Геральт, до тебя сюда приходил другой ведьмак. Мне уже говорили. Беренгар. Он оставил эти записи. Возможно, они помогут тебе. Спасибо, до встречи. Так, какие записи, где, чего он оставил? Свиток. О. В записях содержится формула эликсира из следа пса-призрака. У того, кто вышел, выпил зелье, появится серебряный талант. А, так мне еще и продать надо, кстати. Чего ты... Так. Это что у нас книга о животных? Это мы... Так. Это мы возьмем. Полынная водка-то. Сера. Ну, не знаю, пока возьмем. Так, для бот нам пока не надо. Вот это мы возьмем. Так, смотрим. Записи. Первая ночь, так. Мускулов рост. Около полтора клыки длиной с большой палец. Избегать. Призраки, демоны используют. Так, призраки, демона Альзура. Вторая ночь. Своим воем призывает бергастов. Демоническая природа не является, не оставляет сомнений. Третья ночь. Высокая сопротивляемость железу и знаком тройного Ирдена. Даже не заметил. Четвертая ночь. Подвергались все признаки демона. Так, зверь знает, задает вопросы, и только давший правильный ответ получает шанс убить демона. Охренеть, ну. Душа пса, так. Это формула эликсира из следа пса. Чего ты? Ну-ка, давай-ка. Так, белая чайка, глаз химеры, гром, душа пса-призрака. Особая субстанция. Все есть, кроме особой субстанции. Душа пса-призрака. И вот теперь... Можно я кое-что спрашиваю? Слыхала про демона Алзура? Алзур был магом.
Работал он над теорией магии и много путешествовал. Однажды он повстречал тварь, почти неуязвимую для магии. У нее было тело льва и голова человека, свинкс насколько какой-то. Я помню. Любопытно. Зверь спросил, кто ходит утром на четырех ногах, днем на свинкс, двух, да. А вечером на трех. Знаешь ответ, ведьмак? Да. Алзур, к счастью, был сильным магом и умел разгадывать загадки. Как только он дал правильный ответ, тварь на него напала. Позднее он узнал, что правильный ответ лишает чудовище силы. Какое это имеет отношение к нашему зеленому барбосу? Зверь говорил через Альвина. Он спросил, кто призвал меня? Найди тех жителей деревни, которые призвали зверя своими преступлениями. Понятно. Каков твой ответ на вопрос демона Алзура? Человек. Верно. Надеюсь, что ответ для зверя ты найдешь так же легко. До встречи. Подожди, у меня есть особая субстанция? У тебя, может, в продаже есть? Так. Ну-ка, давай-ка, у меня еще где-то, да, были черепа? А с тебя я возьму... Так, качество для выглядывания смазки. Блин. Ну, пойдем искать преступление. Не, никаких заданий для тебя нет. Да я к тебе и иду. Вот. Особая субстанция. Что это за субстанция может быть? Так, надо сохранить. Говори. Чудовище. В дерьме. Туман. Что еще? Да кто бы осмелился смотреть? Пока. Так, получается, он здесь брата, скорее всего, сохранил своего. Это точно. Доспехи есть. Это того и пьет без меры. Может, язык, так ты с Герва, да? Это оружие несовместимость, так. Что-то я ночью, что ли, сюда прийти? Как я узнаю, то нахрен это все. Ладно, тем не менее, мне все равно в Таракир надо идти. Блин, близкий. Все
Тяжело на службе. Так. Нету у меня ничего, да, что тебя интересовало бы. Именно. Их называют баргестами. Да как бы их ни звали, надеюсь, мне с ними встретиться никогда не придется. Я не тоже. Могу добраться до города. Да. Так. У тебя что? Бутылка с водой. Полевые растения. О подземных растениях. О. Так, гриб. Медовые соты, не знаю пока зачем они мне нужны, ну ладно, возьму. Черника есть, все остальное есть. Так, нет, мне надо подземные книги, писанные грибы, так. Все. Можешь быть свободен. Там я всех побью, блин, толстяка, там завалить как. Может... Антиквар. Всё. Чёрт. Не повезло. Я уже целую вечность. Перед этим городом похоже что-нибудь купить. Воротами. Грабь меня средь бела дня. Давай. Фактически кровь и... До встречи. Отчаявшийся мужик. Новость. Я похоронил твоего друга. Какой печальный. Быть похоронен в какой-то забытой всеми деревушке. Это были подобающие похороны. У него даже есть собственный саркофаг. В таком случае... Я с чистой совестью отправляю... Ты ничего не забыл? А, да, конечно. Конечно, вот твои 200, вот, все, это я сделал. Эта шлюха ведьма на меня глаз положила. Черт, у меня никаких заданий для тебя не нападает на корму. Абигайл продает отличные мази от нашего. Как... Давай, выпьем. Чего, давай, тут посмотрим. Как твои дела? Ты знаешь как. Я собираюсь вести дела в Изиме, поставляя товары из Махака. А что, Махакам? Будет ли прибыль? Будет. Надеюсь. Я помню, к этому у тебя... Гер. Мне нужно... Пить с тобой, бухать. Вот пьяница, давайте сохранимся. Чтобы не было потом опять выкинуть вдруг из игры. Как? Так. Редкий же ты парень. А мне приз за победу не полагается. Недавно пил с торговцем. Слабак он оказался, и я получил эту книгу, он ее просто забыл. Я получил эту книгу. Он... Спасибо. Так, у меня книга. Ну, давайте-ка посмотрим, что за книга, где. Не вижу. Вот она, книга «Страх и отвращение», о том, так, посвященный падальщикам Мина Гулям и Гаверам. Здесь же так проводится. Ну все.
Потекла. Стоп. Так. До встречи. У меня задание-то вообще... Где задание? Кулачный бой о людях и чудовищах. Несколько его пророчеств так был похож на людской мерзостью и злом, пока справедливость не будет восстановлена. Зверь будет посещать предместье пророчества. Пророчество, но на тот случай, что встречу зверя с... Дал мне записки, так надо будет их внимательно прочитать, а пока я расскажу преподобному то, что узнал. Вот так. Мать твою. Двигайся. Чем? Слухи. Я хочу. Да. Так. Мне пока масло. Так. Душа пса призрака. Ну, я успею добежать как раз где-то. Поговори с местными жителями. Так, вот некие ворота. Ну, куда бы мне идти так? Давай к преподобному сваливаем. Никакой телепортации нет. Прощай. Нету там никого. Ой, что за беготня? Я вроде сделал-то все и понял даже, что преступление там было. Я, скорее всего, даже знаю, какое преступление. Смотри, там было. Ладно, ладно. То дождь, это шлюха ведьма на меня глаз положила. Держись подальше от этой ведьмы. От этой ведьмы. Да вы хуже ее вместе, все вместе взятые. Так, красавица, извини, дела. Дела. Плохое настроение. Ласточки на гнездо. На. Я знаю, откуда появился зверь. Мои подозрения верны? Зверя призвала людская злоба. В этой деревне творились очень злые дела. Чтобы сразить зверя, я должен сперва обличить виновных. В твоих словах есть мудрость. Конечно. Когда овца даже отбилась от стада, хороший пастырь должен привести ее обратно на путь праведный. Или овцы его станут поживой для волков. Я узнаю все, что смогу, чтобы обороть зверя. Я должен собрать всех жителей. Вот твоя награда, ведьмак. 200 оринов. До встречи. Так, и получается, мне где-то надо потусоваться. То дождь, то морось. А там ливень. Ну-ка. Не понимаю, так, о людях и чудовищах стадии, так.
Разыскивается секрет Бенигар, один ведьмак и так. О людях так. Обещал заняться зверем, а теперь пора позаботиться о саламандрах. С монстрами должны... Ты что, нелюдь? Если ищешь Харена Брога... Преподобный приказал собрать пожертвования из-за этого дождя. Ненавижу этих... А там ...высимских бандюков. Так. Медвежий жир. Ну, пока и вроде бы и не надо. Ладно. Так, а ты-то меня один хрен не пропустишь. Пойдем обратно тогда, я даже не знаю, что сказать. Ты ж... Да, даже... Скажи... Ну, давай. Ведь... Еще... Ты ж... Да, да, даже... Скажи... Ты... Я про... Да. До встречи. Ни хрена ты мне не помогаешь. Так, а мельница-то днем была закрыта. Вот там-то и убили. Убийства-то и были. Ладно, пойдемте переночуем. Я не знаю, до ночи сначала поночуем. Держись подальше от этой ведьмы, обегай. Тут ждать надо. Сейчас. Еще и дети точно, они же с этого играли. Давайте перережем горло, поиграем, что они там. Изуверы да изверги. Вот здесь вот они были. Игры у них нахрен. Какие? Ой, да куда бежите? Так. Ждем день. До сколько? До ночи давай. Может быть, я увижу. Где ты? Пойдем. Мне вот эта будка не нравится. Да не, вот так вот. Сойдет. Я думал, у тебя покойник здесь будет.
отказываться нет. Ладно, к преподобному. Нет, к ведьме, потому что я уж рядом с ведьмой, поэтому к ведьме бежим. И как все замучено, замуторно. Это ж каким надо быть детективом, слишком, какие надо иметь огромное терпение, чтобы что-то сделать. Чего ты? Можно? Спрашивай. Где Альвин? Проклятый преподобный поймал его, когда мальчик набирал воду. Почему? Потому что у него сердце такое же черное, как у остальных. Ты ненавидишь всех людей? Да. Если бы ты пожил тут, ты бы увидел их злобные взгляды, их перешептывания, их грязные тайны. Меня тоже не любят. Несколько добрых дел, и ты уйдешь. А мне тут жизнь. Так, книга о животных. Нет, это у меня есть. А тебе, ну, вот это продам, давай. Оберегать меня пока не надо, может кому-то понадобится из жителей. Ладно. Чего? Можно? Спрашивай. Слыхала про демона Алзура? Алзур был магом. Работал он над теорией магии и много встречал путешествовал. Тварь почти неуязвимый. Зверь спросил. Алзур, каков? Человек. До встречи. Все понятно. Значит, он поймал пацана, а? Я уверен, они поди еще и сжечь его хотят сейчас. Ой, господи. Какие вы мерзопакостные людишки. Мне в любом случае, кстати, надо было до нее добежать, чтобы узнать, что этого паренька похитили. Я не виноват. Вот они. Я тоже хочу себе такой меч. Много хочешь. Давай. Сюда, сюда. Я же всю карту обегал. Всю. Теперь мне надо сохраниться, потому что полиция меня может не пропустить. Можешь? Ты уже все. Пока. Ты водишь. Сохранить. Сохрани. Мы из местной милиции. Надеюсь, никакие. Мы тут следим за порядком. Кого вы тут следите? Теперь за мной присматривает преподобный. Как ты сюда попал, парень? Преподобный вырвал меня из когтей ведьмы. Когтей? Да. Я не совсем понимаю, что это значит, но так он сам говорит. И как тебе здесь живется? Неплохо. Это мой шанс стать приличным человеком. Это он тебе наговорил. Надеюсь, у тебя все будет хорошо, парень. Ну-ка, пойдем-ка с преподобным поговорим. Говори. Я вижу, ты приютил Альвина. Клянусь вечным огнем. Это был мой долг. Неужели я мог допустить, чтобы мальчика растлила ведьма? Растлила? Я полагаю, нет. Когда дни мои будут окончены, людям будет нужен новый духовный наставник. А ты станешь ему добрым учителем. Хотя бы раз в твоей жизни, но ты прав.
Когда? Разве ребенку не... Да что ты об теперь этом мальчик знаешь? Может спасти свою бессмертную душу, и я повел локейшн на огню, и свою бессмертную душу. Так, ты обещал собрать тут людей. Не должно быть дождя. Погоди, ты что? А там ливень. Так. Давай. Ну, красиво живут. Что-то взял. Где ты? Пророчество. Это мы видели. Это мы покупали и слышали. Богатый дом. До встречи. Куда? Нас? Чего тебе, девочка? Какой ты огромный и страшный. Ты не девочка, там мальчик. Так, ладно. Я как-то развлекался с одной эльфийкой. Сдается мне, ты нарываешься. Да, нарываюсь. Ненавижу. Ой. Бандиты, хулиганы. На собаку у меня рука бы не поднялась. Ну, кстати, у них-то... Ненавижу этих! Попрошайка. У них-то, кстати... И не видно этих растений, что кого-то убили, замочили. Не то, что это тот-то. Ну ладно. Посмотрим. Так, мне надо сейчас найти охранника. У него какой-то квест должен быть. А потом кто-то еще третий. Ну это потом. Торговец. Наверное. Торговец? Надо посмотрим. Это вот, наверное, единственные охранники, к которым я еще не подходил. А, Микула, вот я тебя и искал. Стой! Что? Что значит что? Я... Нет, тут это... как его... Кармантин. Карантин. Я должен продлиться, ваш карантин. Это командир должен знать, не мое дело. А командир внутри? Этот карантин всех касается? Знать не знаю. Кто-нибудь внутрь проходит? У кого пропуск есть, те и проходят. Понятно. Давай-ка побеседуем. Преподобный знает, что ты здесь? Конечно. Я тебе не верю. Вот. Видишь, ношу. Преподобный сказал поклоняться знаку огня. Значит, тебя преподобный прислал. Ну, я тебе так и сказал. Преподобный сказал, что я могу тебе помочь. Видишь ли, господин, мне приказали избавиться от этих мертвяков. Мертвяков? Угу. Командир меня направил в склеп, который тут дальше по улице. А я никого не убивал раньше. И страшно очень. Ну, давай я тогда. Пожалуйста, господин. Я ведьмак. Я из... Конечно, господин. Я все расскажу, что знаю. Только это немного будет. И золота у меня тоже маловато. Будь здоров. Где мне найти этих гу... Возле трактира. В холме будет вход. Будь здоров. Подожди, а что ты?
Где я могу достать пропуск? У ордена пылающей розы есть пропуска. Вечное пламя поборет заразу. Я не видел в округе никаких рыцарей. Преподобный... Он многое знает. Никогда не вредно. Будь здоров. Ты опять почему заканчиваешь разговор? У вас тут проблем. Ну это... Чёртова чума, у нас всех тут смотрит. И чудовище ее... тоже есть. Чудовище? Ну, волки. Много их. Мертвяки. Эльфы. Волк. Да чёрта волков, господины, одичав. Понятно. Ага. Я нашел эти необычные на краснолюдах. Не знаю, что там народ говорит, но я уже с игрой завязал давно. Спокойно. Преподобный может подтвердить, что я игру спалил и отрекся от нечистого. Золото нам говорит. Преподобный. Что у тебя еще? Будь здоров. Все. Так, где склеп, я знаю. Я туда войти не мог, но сейчас-то я, наверное, могу войти. С легким паром. Давай. Беги, беги. Все, исчезла. Кончилось. Ладно, хоть предупреждают этими штуками. Вырвало, блин, из когтей ведьм. А ничего, что тебя кормили, поили там. Ты должен благодарен быть. Мозги уже прокомпенсировали, пацану. Да, задурили мы фишку голову. Так, сохранить. Ну и... Вошли. Должно быть, Гулий привлек труп женщины, а смерть ее, скорее всего, наступила из-за содержимого этого флакона. Ничего там не дает. Если окажетесь на месте пещеры скалей, так выпейте эликсир кошки или используйте факел, чтобы лучше видеть. А где факел? Ну давай. На. Давайте, где-то кто-то еще должен быть, да? Должно быть так. Девушки, смерть так наступила содержимое этого флакона. Подожди. Ну, давай. Я сохранюсь. И мы с тобой выпьем. Так, где у меня? Ласточка. Пурга. Так, а пурга увеличит подойти удар и уклониться от него. Так, алкоголь, так, мне это пока не надо. Душа, так, свиток. Не то. И серебряное кольцо, кошка. Вот так вот.
И... Подожди. И на. На. Да что это? На. Вот так вот. Ну-ка. Все взять. Где тут еще было? Вот так вот. Так, вы только что изучили знак Игни. Используйте для нанесения урона противникам и зажигания огня. Вы можете выбрать знак в левой части экрана. Щелкните так. Что-то ничего. А, вон 4. Что будете делать? Все? Давай. На. Вот так. Мне там точно ничего поджигать не надо было. Так, все, идем, это задание у нас сделано. Бутылек я взял. Эти ягоды мне для чего-то нужны будут потом. Бутылек. Так, алкоголь средней крепости. Так, внешняя настойка. Бутылка с водой. Глаз. Так, мутаген эликсир дает один брод. Так, это я сделал. Зернистый спирт. Яблочный сок. А где-то бутылек? Я где-то подобрал же его в любом случае. Масло. Обновление оружия. Алмазное. Так, повышает наносимость повреждений на 40%. Но это опять какой-то. Вот он, небольшой стеклянный, вот таким. Давай, сейчас все равно недалеко от ведьмы. Добежим, спросим. Что это за бутылек? Она-то уж должна знать.
девчонку жалко, конечно. Гуси-гуси, га-га-га. Чего ты? Можно? Спрашивай. Так. Где? Проклятый. Почему? Потому. Ты ненави... Да. Меня... Не... До встречи. Ну, я думал, ты мне подскажешь, что такое вообще-то. Ладно, идем на мост. Мне еще тайны все эти раскрывать. И так-то, блин, куча времени уходит. Не, никаких заданий для тебя нет. Жаль. А у меня-то сейчас бегать и бегать надо. Так, я как умница. Сейчас еще раз туда бежать, скорее всего, придется. Это что такое? Я не отдам свою мастерскую даже за все сокровища мира. Передумай. Или будет хуже. Или что? Ведьмак, убить его. Дедом потом займемся. Это вряд ли. Ой-о. Ты наш ведьмак. Тебе надо было оставить Саламандр в покое. Этот мост станет твоей могилой. Я ни в чем не виноват. Не надо. Тихо. Ты труп. Да спокойно ты. Забейте его. Ну что такое, ага, еле справился. Спасибо, ведьмак, ты меня спас. И мою лабораторию, мои мензурки, мои реторты, мои алхимические печи, мои сокровища. Не за что, не за что. Знаю, что именно послужило причиной этих событий. Саламандре нужно оборудование, чтобы использовать украденные секреты. Без аппаратуры нет никакого толку от мутагенов. Им почти удалось украсть сокровища Калькштейна. Они почти достигли успеха в Каэр-Мархен. Почти. Главное, что почти. Чуть-чуть не считается. Если бы я решил остаться с Весемиром, все было бы по-другому. Это самое меньшее, что я мог сделать. Это я привел их сюда. Из-за того, что я сделал когда-то в прошлом. Если бы ты знал, к чему это приведет, ты поступил бы иначе? Нет, это было правильное решение. И я сумел справиться с последствиями. Я не удивлен. Я так и думал, что ты... Приходи в мою лабораторию в Изиме, если тебе понадобятся ингредиенты для зелий. Скидка гарантирована. Хорошо. До встречи. Не стоило тебе защищать старика. Он опять начнет молоть языком. Что? Старик все болтает и болтает. У меня от него голова болит. В следующий раз отгоним его камнями. Зря вы так. Не злить. Он очень могущественный алхимик. Ну, капитан сказал, только по пропускам. Я знаю. Завтра я буду у мельничных ворот. Там буду стоять. Будет пропуск еще. Буду искать тебя там, понятно.
Так, у меня где-то яблочный сок был. Где-то. Вот он. Все. Да как он посмел назвать нас банды чего-то? Я напишу жалобу. Что? Что привело тебя сюда? До встречи. Ага. Так. Я избавился от гулей в склепе. Вот спасибо тебе огромное, господин. Это вот месячное жалование. Эх, вот ребята обрадуются. Они хотели сокровища искать в склепе. Попробуй. Я нашел внутри свежий труп. Молодая женщина. Гули собрались к ее трупу. Ильза? Нет! Не может быть! А что ты ее туда отправил? Я не знаю. Видимо, она отравилась. Нет, нет! Эта злая карга отравила мою Ильзу. Я сожалею о твоей утрате. Но я должен узнать все о саламандрах. У них пропуска есть, да? Оставь меня! У тебя дурной глаз, ты приносишь черные вести. Не забудь сказать преподобному, что я помог тебе избавиться от этих гулей. Прощай. Ильза, любовь. Так. Вот сейчас посмотрим, что тут. Что такое? Брошь с саламандрой. Меч, стальной меч. Так, повреждение минус 20. Так, стальной ведьмачий меч. А это просто стальной меч для боя против людей. На большинство чудовищ действует, используется в ведьмачьем боевом стиле. А сюда что можно? Еще какой-то кинжал. Щит, наверное. Ключ от склепа. Ладно. Ну-ка, подожди, у меня что там? Место еще есть, ладно. Пробегаем, идем обратно. Туда же люди ушли разгребать завал. И вот здесь я помню, там какая-то штука была, пройти еще можно было. Мне только надо с огня на толчок переделаться. Отталкивание. Толчок. Блин, звучит как кулет. Притяжение, толчок. Блин, склеп еще сделали недалеко от города Фолмуд. Тоже мне костяные дворцы. Силы у меня много. Сохранение игры. Только вот не помню где. Дальше, по-моему, туда. Дурачины, вы простофили. Так. На. Иди сюда. На.
Вот так. Вот и все. Так, берем. Так, нет, нет, нет. Так, это что у нас? Серебряное кольцо с рубином. Так. Да, вообще не то еще. Значит, дальше. Идите сюда. Я не понял, что ты застыл-то? Убей его. Вот и все. Так. Сохраниться. Не забыть. Так, взять все. Да где мать его? Вот здесь, по-моему. Так, вот сейчас-то мне масть вот это и нужна. Так, боль у раненого противника. Нет, где-то он улучшает. Есть маска, которая улучшает неизвестный эликсир. Так. Так, не то. Настойка не то. Масло от призраков не то. Быстрый, так, для ведьмака микстуры бомб перемещенных сюда объект легко использовать. Так, нет. Селитра. Где-то у меня было. Не то. Масло. Какое масло? Ha!
Так, ну-ка, подожди, у меня так захреначат. Где-то у меня. Да не то. В основном так, не знаю, разгониться от него. Бей! Вот. Да взять все. Что это такое? Склепа. Так, а кому я должен задать? А, ну Вовчу, наверное, отдать должен. Он же их коллекционирует или что он там с ними делает? А что-то я не понял, где выход? Вот он. Все, сваливаем отсюда. Вот вы раскопали тоже, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, на всякий случай мне пургу еще надо. Что-то кончается. Мне. Ни с нее ничего не был, не могу взять. Так, сохраняем. Удалить. Удалить. Давай, удаляйся. Так. Пока вот так. Ну давай, шевелись. Угу, блин, блинский. Сколько это ласточка? Так. Кошка, на 4 часа еще. Мощный знак повышается. Так, пурга. Ой, сейчас уже кончится. Давай, 6 минуточек осталось. Четыре. Три, где три? По игровому времени это, да? А мне кажется, так бы он меня там захренакал бы. Подарить. Карточки всякие эти. Служанок. Тут надо было, по-моему, до мельницы, что ли, проводить или куда там? Потом прийти на следующую ночь, она бы там стояла и ждала у мельницы меня.
Всегда. За жару или за пургу все винят меня, коргу. А во мне вреда не больше, чем в ромашке на лугу. Чего ты? Так. Книга о животных. Так, это мне пока не надо. Мне пока... О, вот этот. Давай, все. Мне это не интересно. Гром, кошка, ласточка, пурга. Делаем от падальщиков. Вот это мне не интересно. Мне надо вот душа пса, вот этот мне. Нету ингредиента. Глаза химер, где она еще? Кошка вот. Все. На один час. Идем к ловчему. Блин, чума тоже из-за этого, наверное, пастора началась. Я почему-то в этом убежден. А он потом такой, как избавитель, снизошел до них. Я убил тварь из гробницы. Что это за хрень? Не похоже на гули, который раньше не видел. Прощай. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!